Toyota Charger 1977 года выпуска, армейский Dodge Volga 24. Это далеко не полный список моделей в коллекции начальника дорожно-спасательной службы Геннадия Шавшина. Всего 53 экземпляра. Стоимость некоторых достигает нескольких миллионов рублей. Один из них – Mercedes Simplex. Таких автомобилей в мире осталось всего 14 экземпляров. Их выпускали с 1902 по 1904 года в Германии. Конкретно эта модель была собрана здесь, работниками дорожно-спасательной службы. Мы ее сделали по чертежам, по фотографиям. Это точная копия Мерседеса. Несмотря на то, что модель была собрана вручную, она полностью на ходу, как и каждая машина и мотоцикл в коллекции. Посмотрите, разве этот двигатель может не ездить? Свое хобби Геннадий начал еще в 73-м году, когда вернулся из армии. Сначала особого энтузиазма не было, но со временем Геннадий с головой погрузился в коллекционирование автомобилей и мотоциклов. Сейчас его мечта – организовать музей ретро-техники, чтобы каждый желающий смог легко попасть на экскурсию. Мне надо ангар. Ангар, я уже пробиваю вот эти быстровозводимые. Он может быть даже холодный, но должен быть чистый и светлый. Не надо туда тепла, но чтобы машины стояли, ну, чтобы можно было подойти к ним. Баннера надо сделать тех времен. Надо, я говорю, люди, вот эти манекены одеть, поставить везде вот эти вот баннера, на которых будет расписано, в каких годах выпускалось, количество, вот все это. Чтобы люди могли читать, не просто спрашивать, чтобы я расходил и рассказывал, ну, чтобы видели все это. Построить музей, по словам коллекционера, пока нет возможности. Слишком дорого. Однако для любителей ретро-техники это не проблема. Они договариваются с Геннадием, и он проводит экскурсию по гаражу. Анастасия Целовальникова, Михаил Лифуншан. Новости.